Порядочность, ум, энергия – это три вещи, которые я ценю. Но порядочность – это номер один приоритет. Потому что если человек порядочный и энергичный, но не умный, но он тебе много денег не принесет, но и беды не принесет. Угу. Если человек порядочный, умный, но не энергичный, он принесет тебе чуть-чуть прибыль, но беды не принесет. А если человек, самая большая беда, если он умный, энергичный и непорядочный, то самая большая беда приходит от таких людей.